слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Друзья, приветствую всех вас в эти предпасхальные дни здесь, в Крыму, вот в Ялте непосредственно сейчас. Вот, очень интересная поездка, такая насыщенная поездка получилась эти дни. Да, в разных собраниях, в разных церквях. И вот сейчас, в эти дни, в Севастополе уже буду семинар проводить по истории христианства, истории церкви. Да, слава Богу. Вот, и уже завтра, даст Бог, уже завтра поедем в Севастополь уже. Здесь как раз машина будет, поедем мы командой такой. Да, слава Богу. И пятница, суббота, ну как раз Пасха, начало Пасхи, начало празднеств пасхальных. Так что Пасха уже на носу. Пару дней остается. Сегодня уже у нас 13 апреля по гражданскому календарю, а по церковному, по библейскому календарю, в общем-то, да, еврейскому календарю, сегодня 12 число месяца первого Библии. Этот месяц просто называется обычно первым месяцем. А так, Нисан еще называется, Авив. Вот, ну, проще, чаще всего просто первый месяц. Первый месяц, да. И вот два дня остается до Пасхи, да. Потому что полнолуние месяца Нисан, месяца Авив в этом году выпадает на 15 апреля, да, пятница. Это будет у нас 14 Нисана. Вот, и, собственно, 14 Нисана буду проповедовать. Ну, как проповедовать? Я даже не проповедь, это празднование праздника Господня. Да, поделюсь словом, конечно, да. Да, помолимся мы, прославим Бога. Вот, и начну в Севастополе праздновать Пасху, Песах. Продолжу в Симферополе, потом в Феодосии, у моих друзей, феодосийская еврейская мессианская община, да. Да, спасибо, Господь, тебе за эту поездку, за братьев, сестер, за твое устройство во всем. Спасибо тебе, Господь. Благослови всех нас, Отец. Да, и эти дни предпраздничные, вот эти пару дней перед праздником, собственно, уже перед началом Песаха, Пасхи, время последних приготовлений, пусть наши сердца будут приготовлены, пусть наши души будут приготовлены здесь. Интересное место такое, мне нравится. О, только собачка здесь. Да. А так красиво, представьте, и горы там. Ох, вообще шикарно, да? Здесь один вид. Ох, ну, не буду собачку расстраивать. Да, слава Богу. Да, благословение всем вам, дети Божьи. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Так что да, ну и с наступающим, приближающимся праздником Пасхи. Да, поздравляю всех из Крыма, с Ялты, с любовью во Христе Иисусе. Господи нашим, Божьей милостью, архиепископ Сергей Жовлев. Да, с Богом, мир вам. Аллилуйя, аллилуйя.